Приветствую всех участников нашего вебинара и начинаем тему «Канал тонкой кишки». Это очередная тематика, которую мы с вами изучаем из месяца уже в месяц. Я думаю, что большинство из вас были на этих вебинарах и уже знакомы с нашими планами. То есть мы, как всегда, идем по традиционной схеме. Мы разберем основные характеристики канала толстой кишки, его проекционные зоны и функциональные применения. Рассмотрим основные точки силы на данном канале и освоим практический момент по прохождению канала тонкой кишки. По-китайски канал тонкой кишки называется Шоу Тайян Сяо Чан Зин. Обозначение французское и английское вы видите на экранах. И разберем его функции. В первую очередь это ручной меридиан. То есть он идет в основном на верхней конечности. Энергетическая ось Тай-Ян связывает данную систему с каналом мочевого пузыря. Сяо Чан – это непосредственно по-китайски тонкая кишка, но и Дзин – обозначение энергетической канально-меридиональной системы. Вы видите, что так как это янская система, то она располагается в основном на янской поверхности. И особенностью канала, данного канала является то, что он идет как бы по ребру нашей верхней конечности. И находится, можно так сказать, на границе инь и ян. И некоторым достаточно трудно найти точки, провести эту линию. Но я думаю, после сегодняшнего вебинара мы все станет на свои места и будет все понятно. Итак, энергетическая ось Тайян. Это самая верхняя энергетическая ось. Она защищает от всех внешних неблагоприятных воздействий. И эта ось объединяет самые две мощные и интенсивные энергии. Канал мочевого пузыря относится к элементу вода. Канал тонкой кишки относится к элементу огня. Ну, как бы на первый взгляд кажется, что такие несовместимые стихии, но они самые сильные, и достижение, по большому счету, несовместимого и является верхом китайских метафизических искусств. И именно вот эти вот системы огня и воды, они в первую очередь влияют на здоровье человека, на его успешность, на его уровень энергетики. И как человек управляет элементами воды и элементами огня, таким он и будет. И именно от баланса огня и воды, в данном случае от янской составляющих этих первоэлементов, от канала мочевого пузыря и от канала тонкой кишки, зависит наша защитная энергия. Как хорошо работают эти две системы, так, соответственно, у нас работает и весь иммунитет.
И в первую очередь канал тонкой кишки отвечает за работу и иммунитет на слизистых оболочках и за проявление аллергии, точнее, недопущение аллергических проявлений, в первую очередь связанных с продуктами питания и всему тому, что попадает в наш кишечник. Но, к сожалению, современная индустрия называет продуктами питания многое такое, что лучше бы и оно и не прикасалось к продуктам питания. То есть различный фастфуд, газировки, продукты длительного хранения и все то, что является консервантами, ароматизаторами, усилителями вкуса. Это все вызывает сбой как в нашем организме на физиологическом уровне, так и на энергетическом уровне. Создает обилие углеводов и прочих веществ, в которых мы, ну, не нуждаемся в таком количестве, как они поступают с нашим современным питанием. Канал тонкой кишки, как я уже сказал, он принадлежит к элементу огня. Это янский очень интенсивный канал. И вследствие этого сама характеристика отношения к ян и к элементу показывает, что делает этот канал. Помните, мы не так давно разбирали канал сердца и говорили о том, что он в первую очередь отвечает за эмоциональную составляющую человека. Так вот, канал тонкой кишки, он поддерживает вот эту эмоциональность сердца. Это янская составляющая, то есть сердце это центр наших эмоций. Это то, где возникают наши эмоции, а система тонкого кишечника, энергетическая система, она отвечает, как это будет реализовано. И в первую очередь дисбаланс в эмоциональной системе указывает на то, что могут возникать различные спазмы. И в первую очередь эти спазмы будут касаться работы пищеварительной системы и нашего кишечника. Это все повлияет на усвоение питательных веществ и дальнейшую доставку их для всех наших частей тела. Также на тонком уровне можно сказать, что мы потребляем эмоции, и именно от того, как работает тонкий кишечник, как переваривает он на эмоциональном уровне наши тонкие взаимодействия, наши взаимоотношения, и будет все это будет влиять на нашу эмоциональность и успешность в жизни в том числе, потому что в настоящее время исследователи в основном уделяют роль уже не столько IQ, то есть, ну, так скажем, умственному интеллекту, а отдает предпочтение эмоциональному интеллекту. Ведь недостаточно быть умным человеком, но надо быть при этом общительным человеком и уметь общаться. И вот это умение общаться, оно принадлежит с китайской точки зрения к ведению именно элемента огня, и в том числе канала тонкой кишки и его пары канала сердца. С аюрведической позиции вы видите, что канал тонкой кишки относится к элементу питта.
И как в китайской традиции, так и в аюрведической традиции это все связано с элементом огня и эмоциональностью человека. Здесь мы видим очень сильное взаимодействие и единый взгляд двух культур. И вот это все выражено и заключено именно в данной энергетической системе. И через те точки, о которых я буду сегодня рассказывать, вы можете влиять как на пищеварение, так и на эмоциональную сферу. И таким образом мы переходим к основным характеристикам, принадлежащим каналу тонкой кишки. В первую очередь эта система отвечает за прием и трансформацию питательных веществ и ци. По ци подразумевается, как я уже говорил, не только физический ее аспект, но также эмоциональный аспект и интеллектуальный аспект, потому что на самом деле мы искусственно выделяем эти стороны своей жизни, но они связаны между собой, и точки влияния на все это, они единые. Но как задавать вот это направление, как включать конкретную точку для энергетической составляющей, для физической составляющей, для эмоциональной либо интеллектуальной составляющей, и является высшее искусство рефлексотерапии, джиндзю-терапии, различных энергетических практик. И об этом все вы тоже скоро узнаете в образовательных проектах нашей компании. В следующем месяце у меня будет серия вебинаров, посвященной этой тематике. И вы получите все приглашения вначале на бесплатный вебинар, в котором я расскажу о новом подходе, о новых взаимодействиях, и в дальнейших начнется серия вебинаров, в которой я буду рассказывать о том, как получать энергию и как ее направлять в различные сферы своей жизни. Но возвращаемся к каналу тонкой кишки. Эта энергетическая система влияет на кровь, на сердечно-сосудистую, нервную систему и наше психоэмоциональное состояние. Это в первую очередь. И всегда вы должны помнить об элементах. Наша жизнь с позиции традиционной китайской медицины, она рассматривается как слияние и взаимодействие элементов. И эти элементы, они не статичные, они постепенно переходят и взаимодействуют друг с другом. И это взаимодействие отражается во многих теориях. Самая простая теория – это теория инь-ян. Более сложная, на которую в данный момент я опираюсь, это категория Усин. И есть продвинутые теории взаимодействия по системе Усин. И об этих взаимодействиях я буду рассказывать уже в этом блоке вебинаров. В субботу будет мой вебинар по продвинутым техникам рефлексотерапии, и я там расскажу о различных фазах ЦИ и о том, как чувствует себя каждая биологическая активная точка, имеющая принадлежность к системе УСИН в каждом канале. И вы сможете это делать в своей практике и в своей жизни. То есть я расскажу, как это
сделать в канальной системе, но в дальнейшем, практикуя это, вы поймете, как это перенести на свою жизнь. И небольшой вот момент понятия этих взаимосвязей. Мы говорим об канале тонкой кишки, об огне. Что такое огонь в нашей физиологии, в нашей энергетике, в нашей жизни? Огонь, всегда вспоминайте символ огня, представьте огонь. Это что-то динамичное, теплое, и огонь может распространяться во все стороны. Для огня характерное расширение и максимальный накал – это максимум ян, максимум энергии, максимум движения и такая экспансия во все стороны. И вот этот образ применяйте для конкретной ситуации. Вот я сегодня уже сказал, что в нашей жизни главное – это комбинация огня и воды. Как они сбалансированы, так и течет наша жизнь. Оцените себя, сколько в вас огня и сколько в вас воды. То есть вода, можно сказать, противоположные качества. Это спокойствие, но подвижность. Вода стремится занять все низкие места. А огонь, наоборот, ему надо показать себя, быть вверху, сиять, светить и греть. В нашей физиологии эти функции выполняет в первую очередь кровеносная система, то есть именно движение крови создает нашу внутреннюю теплоту и передает эту внутреннюю теплоту до каждой клеточки, то есть кровь переносит энергию жизни. И поэтому данная система влияет на кровь. Все логично. Следующая сердечно-сосудистая система. Это опять же движение крови и в том числе наша эмоциональность. Вспомните, когда меняются наши эмоции, у нас изменяется сердечный ритм. Когда ускоряется сердце, мы обычно более эмоциональны. Когда наша нервная система успокаивает сердце, становится более ровным кровоток, и это все взаимосвязано. И в первую очередь на это влияет канал тонкой кишки. Он как бы регулирует, когда его воздействие происходит плавно и мягко, создается равномерная пульсовая волна, и она двигается по всему организму, что и, собственно, регистрирует наш аппарат ВедаПульс. Да, как бы, ну, с технической точки зрения это создает сердце, но периферическое сопротивление сосудов и микронасосная функция сердечно-сосудистой системы это уже не функция сердца, это функция канала тонкой кишки. Но нас иногда смущает название, что мы привыкли, что тонкая кишка это ну, пищеварение. И европейскому человеку сложно побороть вот эту вот диссоциацию определенную, что мы говорим о сосудах, а название относится к кишечнику. Но это перевод. Другого названия нет. И важно уметь перестраиваться с одной тематики на другой тематике и менять свою точку отсчета. Ведь мир и наше тело это единое целое. Но, к сожалению, наше восприятие не такое мощное, чтобы воспринимать единое целое во всем его
многообразии одномоментно. Мы вынуждены по определенным физиологическим и энергетическим причинам создавать точку отсчета, определенный угол зрения. Мы ограничиваем себя этим, но это же дает нам определенный плюс. И мы можем оценить отдельно влияние на физическую составляющую, эмоциональную составляющую, на работу определенного органа. Но за этим мы порой теряем весь организм. Как говорится, у семьи нянек дитя без глаза. Потому что каждый смотрит за своим, но забывается общее регулирующее действие. И только умение переключаться от общего к частному позволит вам видеть все нюансы энергетических и физиологических систем. И посмотрите, какое многообразие, но оно все укладывается в систему УСИН и в систему трех дош. Система тонкой кишки, как и система сердца, открывается в язык. И движение языка зависит в том числе от этой системы. От этой системы зависит цвет нашего лица. Этот цвет – это основной тон лица, и он должен быть, ну, немного розоватым. Если человек бледноватый, сероватый, либо еще каких-то других оттенков, это говорит уже однозначно о том, что огня в его жизни не хватает. Огонь, как я говорил, он поднимается вверх и концентрируется в верхней части тела. И в первую очередь он должен проявляться на лице. Вкус, который соответствует каналу тонкой кишки, он горький. Именно с этим связано то, что различные горечи очень сильно действуют на ритм сердца и на сердечно-сосудистую систему. Эмоции – это радость, веселье. Ну и если у человека нет этих эмоций, это говорит о том, что человек не может производить вот это внутреннее тепло, радость жизни и прочее, прочее. Как есть такое шаманское выражение, точнее, такое выражение-вопрос, когда человек заболевает. Когда этот момент происходит? А происходит он тогда с позиции шаманов, когда человек перестал радоваться жизни. А это проявляется в простых действиях, в танце и в песне. Если человек не танцует и не поет по жизни, то с позиции шаманов он не воспринимается здоровым человеком. И введите это в свою практику. Выражайте свои эмоции и проявляйте свою янскую составляющую. И от этого зависят и высшие психические проявления, такие как любовь и открытость. Но во всем надо уметь соблюдать баланс. Любая эмоция и состояние психоэмоциональное, если оно длится длительное время, то это перебор. И, как говорится, Восток – дело тонкое, и вот эту грань, ее невозможно померить, ее можно только почувствовать в своей жизни и кое-что лучше корректировать, потому что когда
энергия огня захлестывает, это превращается в экспансию и открытую агрессию. Когда энергии огня не хватает, то можно сказать, и не хватает радости жизни и самого вкуса жизни. И это все зависит в том числе от работы тонкой кишки. Вроде бы сама система относится к пищеварению, а посмотрите, какие у ней многообразные функции. И все, что вы знаете о пищеварении, об получении питательных веществ из пищи, это тоже все относится к ведению тонкой кишки. Если у вас есть медицинское образование, либо вы читали книги по западной медицине, то на самом деле в восточной медицине есть все то же самое, что относится к органам и системам органов с позицией западной медицины. Восточная медицина это все знает, но она утверждает такую вещь, что не это главное, а главное, как это проявляется во всех системах и баланс на физическом, эмоциональном и психологическом уровне. И вот эти балансы можно измерять, диагностировать, в том числе диагностировать с помощью нашего веда пульса. И об этом всем мы будем с вами разговаривать очень-очень скоро. И сейчас переходим к точкам силы канала тонкой кишки. Основные точки это, как всегда, мы разбираем по плану точки пяти элементов. Разбираем также противоболевую точку щель, точки диагностические и управляющие МО и ШУ, находящиеся на передней и задней поверхности тела, и также связующие точки, которые соединяют с противоположным каналом по инь-ян, это ЛО точка, ну и соединяющая юань точка. Начинаем с шу-мо точек. Точкой мо, находящаяся внизу живота, является четвертая точка по передне-срединному меридиану. Она располагается на 3 цуня выше верхнего края лунной кости. Чтобы найти эту точку, мы должны помнить общее деление на пропорциональные отрезки. Это деление представлено на нашем сайте. Вы можете посмотреть всегда. Также это деление, конечно же, представлено в описании каждой биологически активной точки. Но вот в данном случае нас интересует пропорциональный отрезок между верхним краем лона и пупком. Это расстояние составляет 5 цуней. То есть это расстояние мы берем и делим равномерно на 5 отрезков. И четвертая точка находится на 3 цуня выше лона по передне-срединной линии. И вот эту вот систему пропорциональных отрезков я буду напоминать и отвечать на вопросы завтра в своем вебинаре, который посвящен
методом, классическим методом джинзю-терапии, то есть иглоукалывание и прижигание, прогревание биологических точек. Это связано с тем, что у нас становится все больше и больше пользователей, которые работают и классическими методами, не только нашим ведолазером. И второй момент, он заключается в том, что в скорости вас ожидает апгрейд уже полюбившегося вам экспертного расширения рефлексотерапия. И он будет состоять из большего количества блоков и позволять работать как отдельно по рецептуре класса Джень, то есть не пугайтесь, это не только иглоукалывание, это любое воздействие на точку, которая может быть как иглоукалыванием, так электропунктура, так пальцевой массаж и многое-многое другое, в том числе аппликация семян и металлических пластин. Другой момент – это воздействие на точка термическими методами, методами Дзю. К ним относится классическое прогревание, либо использование определенных термических мазей и паст, и также то, что есть в нашей компании, наш чудесный ведолазер и все другие световые методы. И вот о классических вариантах применения джендзю-терапии и все, что с этим связано, вы будете узнавать завтра уже в моем вебинаре, посвященном методам джендзю. Даже если вы не используете их, но применяете их как пациент, вам будет полезно узнать некоторые моменты достаточно профессионального уровня. Точка Шу канала тонкой кишки, она располагается внизу спины в районе крестца. Для ее нахождения нам надо прощупать крестец, и вы почувствуете, что на крестце есть такие углубления, ямочки. В них выходят нервы. И вот точка Шу, канал тонкой кишки, это 27-я точка на канале мочевого пузыря, она находится чуть в сторону от верхнего крестцового отверстия. Верхнее крестцовое отверстие занимает 31-я биологически активная точка. То есть вы находите крестцовое отверстие и сдвигаетесь чуть вбок. Но на самом деле, если вы ошибетесь немного и недостаточно сдвинетесь, то будет воздействие на 31-ю точку, но с позиции сегментарного влияния этот один сегмент. По большому счету, можно через 31-ю точку включать спокойно 27-ю. Эти точки, как 31-я, так и 27-я, они действуют как и на пищеварение, так и на всю систему Тайян, то есть на мочевой пузырь. Так как это единая энергетическая система, то включится тот элемент этого звена, который нуждается в этом воздействии в первую очередь. Так что не бойтесь ошибиться в этом случае, но ошибка не будет караться.
Но всегда будьте внимательны и лишний раз перечитайте описание к биологически активной точке. И с туловища мы переходим на верхнюю конечность. Первая точка канала тонкой кишки и G1 Шао-Дзе переводится как «маленький источник», располагается с наружной стороны мизинца у корня ногтя. Эта точка относится к элементу металла. Это специфическая точка влияния на слизистые оболочки. Неважно, где на слизистых оболочках есть воспалительный процесс. На эту проблему можно воздействовать через эту точку. У нас, пожалуй, есть только одна более сильная точка в этом отношении. Это точка Хэгу, четвертая точка по каналу толстой кишки. Их можно сочетать. Если какой-то выраженный процесс на слизистых оболочках, сочетайте эти две биологически активные точки и получайте хороший эффект. У женщин во время кормления грудью эта точка поддерживает лактацию и не дает уменьшаться производству молока. Так что мамочкам полезно массировать свой мизинчик, особенно с наружной стороны. Мужчины, не бойтесь, ничего с вами плохого от воздействия на эту точку не произойдет. Потому что эта точка включается для лактации только в определенный момент и только у женщин. У мужчин это в основном влияние по канальной симптоматике и на слизистые оболочки. Следующая точка, вторая, она относится к элементу вода, называется Тяньгу, передняя долина. Передняя долина, ну, это такое название поэтическое, все просто. Она находится перед суставом. То есть, как бы там есть очень небольшая ямочка. И китайский язык, и китайские термины, они такие метафоричные и очень часто преувеличены. То есть какое-то небольшое образование они могут назвать так, как будто это, ну, как в данном случае. У человека здесь небольшая ямочка, а это названо передняя долина, как будто что-то такое большое и продолжительное. Это спецточка для устранения икоты, тошноты и помогает остановить даже рвоту. Здесь в первую очередь мы видим показания по пищеварению, но принципиально, что делает эта точка с энергетической точки зрения? Все, что я перечислил, это имеет отношение к синдрому обратного движения энергии. То есть точка Тяньгу возвращает движение Ци в нормальное состояние, в нормальное направление. То есть, если человека тошнит, то, ну, как бы, пища пытается выйти наружу. Это неправильно. Пища должна идти вниз. Мы работаем с точкой Тяньгу, и пища идет туда, куда надо. То же самое касается кровообращения. И зная вот этот принцип, мы понимаем, что точка Тяньгу помогает нам, когда мы избыточно эмоциональны, когда у нас вся кровь приливает к лицу.
То есть кровь должна равномерно циркулировать, а тут все устремилось вверх. Вот тяньгу позволит успокоить эти моменты. Также это помогает при климаксе, при приливах и прочих подобных состояниях. Переходим к третьей биологически активной точке. Это хоу-си, элемент дерева, называется обратный поток. Это очень мощная точка. Само название обратный поток говорит о том, что она так же, как и Цяньгу, способна устранять вот этот обратный поток энергии. Но она в несколько раз мощней в этом отношении. Она относится к точке ключ передне-срединного меридиана. И когда мы разбираем практические навыки, и делаем прохождение каналов, я всегда говорю, что начинаем с включения передней и заднесрединного меридианов. И переднесрединный меридиан включается именно с этой точки. Как канальная точка, она влияет на область уха и оказывает положительное влияние, то есть устраняет аллергические проявления на коже. Это одна из самых мощных спазмолитических точек. Она снимает спазмы. И если у вас есть спазмы, либо у ваших клиентов, то комбинируйте эту точку с еще двумя мощными спазмолитическими точками. Это вторая и третья точка на канале печени. Следующая точка, четвертая, ваньгу. Переводится достаточно прозаично кости запястья. Но это тоже мощная и интересная биологически активная точка, так как она относится к категории юань, то есть заведует наследственной энергией на данной системе. В первую очередь она оказывает специфическое свое действие при аллергических ринитах, способна стабилизировать вес, уменьшает температуру тела, особенно когда повышение температуры сопровождается потливостью. Также это специфическая точка при головной боли, связанной с месячными. Если вы знаете, что у вас или у кого-то из близких есть такая проблема, то покажите эту биологически активную точку, и пусть женщина, девушка начинает массировать дня за два, за три до предполагаемых месячных. Либо как только начинаются первые симптомы предменструального напряжения, сразу используйте эту биологически активную точку. И эта точка, она находится именно на ребре кисти. То есть прощупайте свою кисть, и как только вот эта длинная косточка закончится, там будет очень небольшая ямочка. Ее можно прощупать, когда маленечко вы подвигаете кисть. Вот точки на запястье, где
как вы видите на слайде, есть очень мелкие косточки запястья, не всегда хорошо прощупываются. Для этого надо поймать определенное положение. И когда вы находите сами у себя эти биологически активные точки, двигайте потихонечку запястьем в разном направлении. И как только вы почувствуете в этом месте углубление, ямочку, вот останьтесь в этом положении. То есть, когда кости раскрываются, и там появляется ямочка, эта точка открытая. Когда кости очень близко подходят друг к другу, то точка биологически активная, она не рабочая, она закрытая. И то же самое просите своих пациентов, клиентов, чуть-чуть двигать кистью. Либо одной рукой ищите точку, другой легонечко поворачиваете кисть. Следующая биологически активная точка, пятая, она находится еще дальше. Вот на этом слайде представлена пятая биологически активная точка, то есть расстояние между четвертой и пятой, ну, обычно не больше сантиметра. Как заканчиваются все мелкие кости запястья, так и появляется также небольшая ямочка, и в ней располагается пятая биологически активная точка – Янгу. Переводится как «долина Ян», «солнечная долина». Связь с Солнцем, потому что эта точка относится к элементу огня. Эта точка – элемент в элементе. Вы же помните, что канал тонкой кишки – это канал, относящийся к элементу огня. А точка – элемент в элементе отвечает за всю суть канала. И все, что я рассказывал сегодня, и все, что вы почерпнете из литературных источников, либо из своей практики, все, что относится к каналу тонкой кишки, на все это возможно работать через точку Янгу. Потому что она сосредоточение энергии данной системы. И несмотря на то, что это янская и огненная точка, она имеет свойство охлаждать жар. Потому что в китайской медицине есть такое правило, когда любое начало достигает своего максимума, а здесь мы видим, что точка огня на канале огня. То есть, в принципе, огня больше не может быть. И эта точка, она достигает своего максимума. И что дальше? А дальше только уменьшение этого огня, потому что это пик. И вот эти вот взаимоотношения, как раз их и описывает теория фасци. Иногда вы можете встретить, ну, в основном в англоязычной, либо в китайской литературе термин шэнван. Потому что, ну, на русской литературе я на эту тему не встречал. Может быть, конечно, она есть, но мне не попадалось. И вот с позиции этой теории, которую мы будем разбирать в вебинарах, вы будете понимать, что следующие биологически активные точки, они уже не такие сильные, и их можно использовать только для поддержки энергетического состояния. А чтобы дать всплеск энергии, нам нужна именно либо пятая точка Янгу, либо предыдущая точка
Хоуси не четвертое, а именно третье. Потому что именно третье – это предыдущий элемент, элемент дерева. А Ваньгу, она номинально относится к элементу дерева, но по древним источникам точки юань не относятся к точкам элементов. Они работают на врожденной энергии юань. Это другой срез. Но по действию очень похоже в данном случае на элемент дерева. Что может делать точка Яньгу, кроме охлаждения жара? Когда у человека охлаждается жар, у него успокаивается ум. И это свойство помогает найти верное решение в трудный момент жизни. То есть это такая точка стратегической помощи. Если вы не знаете, что предпринять, у вас есть какие-то метания, то с любовью, лаской помассируйте точку Ваньгу. Ой, извиняюсь, Янгу. Пятую биологически активную точку канала тонкой кишки. И это позволит вам принять более правильное решение. Также из на физическом уровне точка Янгу в первую очередь оказывает воздействие на заболевание уха и глаз. Следующая биологически активная точка, шестая, Янлао, переводится как питание старости, счастливая старость. Для ее нахождения рекомендуют руку поместить себе на грудную клетку. В таком положении, когда рука, как на слайде, лежит на грудной клетке, именно такой слайд и присутствует в нашем справочнике, обращайте внимание вот на эти дополнительные рисунки. Они не просто ради красоты помещены в наш справочник. Именно в этом положении точка максимально раскрывается и максимально доступна для воздействия. Предыдущие точки шли по ребру. То есть это то место, если, ну, как бы женщины меньше этим занимаются, мужчины этим страдают, что если мы так бьем кулаком либо ладонью почему-то, мы как раз бьем вот той линией, где проходит канал тонкой кишки. А вот шестая точка, она уже переходит на тыльную поверхность кисти. И она располагается рядом с шеловидным отростком. Вот здесь помещено такое изображение, где показаны косточки. Вы сейчас все положите себе руку на грудную клетку и со стороны мизинчика пощупайте, потрогайте косточки. И вы почувствуете, что там есть такой небольшой бугорок. Вот с этого бугорка надо скатиться к середине ближе. И как бы между костями предплечья и будет находиться эта шестая биологически активная точка. Она очень полезно в первую очередь людям в возрасте. Но наша энергия начинает уменьшаться не одномоментно. У нас есть определенный рост энергии, потом, к сожалению, она уменьшается. Это можно
маленечко замедлить, сделать не таким интенсивным, но необходимо не упускать моментов. И китайцы, ну, так скажем, все рецепты, которые они говорят о старости и для продления жизни, эти рецепты оптимально действуют после 40 лет. Либо у женщин это начинается раньше. Это начинается после рождения детей. Непосредственно после рождения нужен восстановительный период. И вот эти вот точки, как китайцы называют, пестование жизненности, к которым относится в том числе точка Янлао, и, ну, чтобы вам было интересно, к ним относится такая точка, как R6. Это шестая точка по каналу почек. Это, ну, одна из самых важных. Она даже посильнее будет Янлао. Но она действует более мощней, но более короткое время. Янлао действует не так мощно, но более продолжительное время. Так что запустить этот процесс лучше с R6, а поддерживать точкой EG6. Ну и на физическом уровне действует точка на все проблемы, связанные со стопой. В первую очередь имеется в виду голеностопный сустав. Следующие две точки – это седьмая и восьмая точка. Седьмая точка является точкой Ло, а восьмая – это последняя из точек Усин, относится к элементу Земля. Чтобы все хорошо разобрать, мы нарушим немного числовой порядок биологически активных точек и рассмотрим восьмую биологическую активную точку сначала. Называется Сяохай, маленькое море. Ну, китайцы почему-то очень любят точки в области локтя и в области колена связывать с водой. Например, на руках рядом расположена точка Цюйчи. Она называется, в ее названии есть слово «озеро». Сяохай, где она расположена? Это место многие из вас знают по своей жизни. Это то место, когда вы где-то неудачно махнули рукой, точнее своим локтем ударились, и вас пробило как электрическим током. Если такое происходит, то значит вы ударились именно точкой Сяохай, потому что это точка с позиции неврологии, где выходит нерв, он очень близко расположен. Чтобы найти данную биологически активную точку, надо руку в локтевом суставе максимально согнуть. И в области отростка локтевого мы его нащупываем, край локтевого отростка. И это все, ну, ближе по линии мизинца происходит. И немножко руку согибаем и разгибаем. И находим у себя в районе локтя такое очень неприятное ломящее ощущение. Кто будет давить очень сильно, может даже почувствовать небольшое подергивание и прострелы по руке. Как вы это ощутили?
Соответственно, точно вы находитесь на данной биологически активной точке. Если ощущений нет, значит вы точку не раскрыли. И ищите эту точку. Эта точка относится к элементу Земля. И, соответственно, что-то я много сегодня все говорю, вас даже не спрашиваю ни о чем. Давайте вернемся к моей традиции и ответьте мне на вопрос. Элемент Земля, что делает с каналом огня? Для канала огня это какой тип биологически активной точки? Напишите ваши ответы в чате. Что-то сегодня вас, наверное, наш марафон утомил. Как-то вы неактивно пишете. Да, вот правильный ответ поступил. Эта точка тормозит данную систему, то есть она является седативной для системы тонкой кишки. Ваш ответ абсолютно правильный. И теперь возвращаемся к седьмой биологически активной точке. Вот расстояние от пятой до седьмой точки по прямой линии составляет 12 пропорциональных отрезков. 12 цуней. И чтобы найти седьмую точку, вам надо найти пятую и восьмую точку. Соедините их условно прямой линией. Это расстояние разделить на 12 пропорциональных отрезков и на 5 цуней от пятой точки будет находиться и G7, G-Gen, правильное звено, Ло-точка, которая связывает систему тонкой кишки с другими биологически активными точками. Ну, поначалу кажется, что это, ну, достаточно муторное занятие, чтобы найти одну точку, надо найти две точки, еще там сделать какие-то движения. Но на самом деле это при определенном навыке делается, ну, в 2 секунды. Попытайтесь сейчас, либо сразу после вебинара, найти седьмую точку и почувствовать в ней определенное ощущение. Там будет такая ямочка, ложбинка, и при надавливании эта точка находится над костью, то есть ее легко можно придавить. Вы почувствуете ощущение распирания. Ло-точки, они достаточно активные, мощные, и над ними, ну, практически всегда есть предусмотренные ощущения. То есть, когда мы воздействуем, даже просто нажимаем на биологически активную точку, мы получаем определенные ощущения. Они могут быть локальные, могут быть с определенной иррадиацией. То есть отдачей в другую сторону. И вы видите схемку по Ло и Юань точкам, вот как раз представленная и рассказанная только что биологически активная точка. И G7, она как Ло точка передает энергию в точку C7. А Ло-точка канала сердца C5 передает энергию в канал тонкой кишки в точку EG4. Эти парные точки
Они позволяют регулировать обмен энергии в элементе огня и перераспределять энергию между системой сердца и канала тонкой кишки. Еще раз напоминаю, что по аюрведической схеме канал тонкой кишки относится к категории питта. По пульсовой диагностике, по правилу муж-жена, канал тонкой кишки является мужем, то есть главенствует над каналом толстой кишки. И здесь связь происходит между точками G7, передается энергия в точку G4. Это нормальное взаимоотношение. И так должно быть. Вот эти взаимоотношения по правилу муж-жена, они позволяют понять, какой канал должен быть больше какого. И даже при нахождении в зеленой категории по нашему аппарату Ведопульс можно увидеть, если нарушено соотношение муж-жена, то уже начался патологический процесс. И если мы проанализируем все каналы, то можем увидеть те каналы, которые выходят из баланса. И это тоже момент, о котором я буду рассказывать в субботу в продвинутых техниках. И вы буквально за каких-то там 1 минуту можете сделать анализ меридианов на очень глубоком уровне и решить очень многие вопросы. Но это будет в субботу. И сейчас посмотрите внимательно, как проходит канал тонкой кишки, на какие системы он влияет. Сам канал физически идет на руке и в области лица. Идет по тыльной поверхности кисти, точнее по ребру кисти, переходит на тыльную поверхность предплечья, идет по задней поверхности плеча. И в области лопатки и надплечья он делает вот такие зигзаги. Все болезненные явления и состояния, связанные с нарушением функции вращательной манжетки плеча, плечелопаточным периартритом, в первую очередь относятся к поражению данной энергетической системы. Далее по боковой поверхности шеи поднимается на лицо и идет несколькими ветвями. В разных китайских источниках даже присутствует разная нумерация биологически активных точек, и есть варианты, где, ну, как бы, по цифрам-то они понятно, что по очереди будут, но нарисовано не линейкой, а вот такой развернутыми как бы лучиками. То есть боль в области лица, уха, нижней и верхней челюсти и наружного угла глаза, все это можно снимать
и лечить посредством работы с биологически активными точками канала тонкой кишки. Внутренний ход начинается от точки Е12. Когда канал проходит в области шеи, он отдает веточку к заднесрединному меридиану, к точке 14, и к точке канала желудка Е12, и от нее начинается внутренний ход. И внутренний ход связывает с одноименным органом, с парным органом сердца, и также эта связь позволяет соединить канал тонкой кишки как в области точки Т14, так и в области нижней конечности с каналом мочевого пузыря, с которым канал тонкой кишки связан по энергетической оси Тайян. Проекционные зоны на туловище, зоны Захари-Нагеда, в основном это зона вокруг пупка. Она совпадает с зоной мочевого пузыря, и все зоны мочевого пузыря, то есть это зоны в области, в том числе крестца, вот здесь на задней поверхности нет этой, на этой картинке, но здесь еще есть зона области крестца. Вы видели, где находятся шумоточки? Точки – это, по большому счету, подтверждение той информации, что китайцы прекрасно знали неврологию и сегментарную иннервацию всех внутренних органов. И как раз вот эти проекционные зоны подтверждают эту теорию по шумоточкам. На области лица проекция канала тонкой кишки и органа следующие. Сам орган физически занимает область лба, середину лба и боковые поверхности. И как раз различные прыщички, высыпания и прочее безобразие в области лба, они указывают на то, что мы что-то не то едим. И это не усваивается, а уходит на нашу кожу. Как энергетическая структура, область канала тонкой кишки – это угол роста волос. У мужчин это преимущественно зона слева, у женщин это зона справа. На этом проекционные зоны канала мы заканчиваем и переходим к практической части проработки данной системы. И, как всегда, начинаем с запуска малого круга циркуляции энергии. И первая точка, ключ переднесрединного меридиана, это точка EG3, мы ее сегодня с вами разбирали. Легонечко ее массируем. Массаж может быть очень короткий, буквально 1-2 минуты. Главное получить ощущение с этой биологически активной точки. Все. Чувство пошло, и начинаем прохлопывать себя по передней срединной линии. Каждый следующий хлопочек перекрывает нашу кисть наполовину. Таким образом мы поднимаемся от лона по средней линии,
через живот, область грудной клетки, на горле хлопаем себя легонечко, чтобы не было неприятных ощущений, прохлопываем область нижней челюсти и нижнюю губу. Далее включаем задне-срединный меридиан через седьмую точку на канале легких. Также придавили ее, помассировали. При этом концентрируем все внимание на точке и на направлении движения энергии в передней и задне-срединном меридиане. Всегда помните, что ци идет туда, куда идет шень, то есть наша мысль. А за ци, за нашей энергией, за нашим вниманием пойдет кровообращение. Активировали точку P7 и начинаем прохлопывать себя. Для этого лучше встать, делать это стоя, область крестца. И по задне-срединной линии прохлопываем себя по поясничке, грудному отделу, шейному отделу. Прохлопываем всю голову. Доходим до области лба, по носу аккуратненько, обязательно похлопываем легонечко, можно прямо пальчиками немного постучать под носом, верхнюю губу, и в завершении как бы касаемся языком последних точек. Таким образом мы соединяем передний и задне-срединный меридиан. Мы запустили малый круг циркуляции энергии и переходим непосредственно к каналу тонкой кишки. Это янский ручной меридиан, значит, его задача получать энергию от ян. Ян – это небо. Вспоминаем эту форму Андреевского креста, поднимаем ручки вверх и таким образом понимаем, куда движется энергия. В данном случае энергия движется по нумерации биологически активных точек. И начинаем прохлопывать ребро ладони, подходим к лучезапястному суставу, переходим на нем на тыльную поверхность, хлопаем по направлению к локтевому отростку. По локтевому отростку сильно не хлопаем. Идем по задней поверхности плеча, переходим на предплечье. И вот здесь очень многое зависит от того, как работают ваши суставчики. Дотянуться через плечо до лопатки очень-очень сложно. Проще прохлопывать лопатку, если вы руку заведете себе за спину. Но уже будете хлопать не ладонной поверхностью, а тыльной. Ну, представьте, что как будто вам руку заламывают за спину. Вот такое положение. То есть рука, вот я показываю сейчас, вот согибается в локтевом суставе и идет вот в этом направлении. Если у вас с суставами все в порядке, то вы можете спокойно прохлопать свою лопаточку. Потом другой рукой хлопаете сверху. Если вы можете за спиной руки сделать в замок, то это показатель того, что хорошо работают ваши суставы, но и в том числе данная энергетическая система. Если вы где-то не достигаете, то берете книжку, хлопаете книжкой себя. Вот. Ну и потом тренируетесь, чтобы достать и соединить пальцы
за спиной. Далее прохлопываем легонечко по боковой поверхности шеи. Переход идет на лицо в области угла нижней челюсти и перед ухом обязательно прохлопываем и заканчиваем прохлопывание у наружного угла глаза. Таким образом мы проработали канал тонкой кишки. Вы узнали эту методику, применяйте ее как при пищеварительных заболеваниях, также при эмоциональных и сердечно-сосудистых вопросах. И в завершение даты, когда и точки, которые наиболее активны в этом месяце. До конца июля, а вы помните, что китайские энергетические месяцы длятся чуть дольше календарных, то есть до 8 августа самой активной точкой на канале является точка 2. И дополнительно к этому 30 июля весь день будет открыта пятая точка Янгу. То есть это точка огня, которая помогает найти верное решение в трудные моменты жизни. Ну, если у вас даже не трудный момент жизни, то обратитесь 30 июля к этой биологически активной точке. И желательно во время то время, когда максимально активен канал канал тонкой кишки. Посмотрите на своих схемках, посмотрите это время, это вам будет небольшое домашнее задание, либо откройте Видопульс, вкладку биоритмы, у кого она есть, и вы увидите время работы данной энергетической системы. Поэкспериментируйте с этой точкой. У кого будут интересные моменты, напишите нам в службу поддержки, либо оставьте свой отзыв на нашем сайте. Благодарю вас за внимание. Если у вас есть вопросы, напишите их. Если вопросов нет, то поставьте минусик. И, соответственно, на этом я с вами прощаюсь. Так, поступил вопрос. У меня точки живота ведолазер не показывает включением луча. Почему? Ну, потому что они закрытые на тех местах, где много мышечной либо жировой ткани, может не включаться. Что для этого можно сделать? Если вы работаете по рецептам, то можете промассировать сначала это место своим собственным пальчиком. Просто легонечко вот в этом области кожу натяните, растяните и пальчиком как бы вот так потрите, то есть разогрейте. Ну и предварительно свои ручки тоже разогрейте. Создайте тепло, чтобы вы почувствовали, что по температуре это место отличается. Потом
Снова натяните кожу и попробуйте включить ведолазер. Если ведолазер после этого не включится, то тогда просто помассируйте своим пальчиком эту точку. Ведолазер настроен на определенное электрокожное сопротивление. Пока его не будет в этой точке, ведолазер не включится, потому что, ну, в этом смысла большого нету. То есть вам надо прорабатывать в начале точки другим методом. Благодарю вас за вопрос. Так, сейчас посмотрим. Больше вопросов нету. Вижу ваши благодарности, минусики, то, что нет вопросов. Жду ваши отзывы на нашем портале. Жду вас завтра и послезавтра на своих вебинарах. Всего вам доброго и спасибо за участие. До свидания.